Здравствуйте, Евгений. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, у меня в руках точно такой же байонет, как на вашем кулинаре. Он у меня служит как наглядное пособие. И одуванчик установлен на двухсторонний скотч. Задняя часть скотча служит пружинкой, и нижняя часть, которая наклеена на основание, служит фиксатором. Ориентируйте одуванчик точно по красной точке на байонете. Средний контакт на одуванчике должен смотреть на красную точку. Вот. Прикладываете так, чтобы внешний край корпуса одуванчика был точно по внешнему краю черной юбки. Предварительно место наклейки одуванчика нужно будет обезжирить. Или если юбка вокруг вашего байонета из металла, а не так, как у меня из пластика, нужно будет в месте наклейки одуванчика сначала зашкурить черную краску, а потом обезжирить. Итак, вы приложили одуванчик, ориентируя средний контакт точно по красной точке, зафиксировали его и, ориентируя красную точку и средний контакт на байонете с белой точкой на камере, вставили в камеру. У вас сразу же ваш фотоаппарат, ваша фотокамера покажет диафрагму 2,8. Сейчас я запрограммирую одуванчик от 2,8 до 45 и фокусное расстояние 100 мм и отправлю его вам. Почему до 45, а не до 22, вы увидите из таблицы поправок. Спасибо за внимание. Одуванчик запрограммирован, фокусное расстояние 100 мм, диафрагма от 2,8 до 45. Вам на почту я вышлю таблицу поправок и объяснение таблицы поправок. Сейчас я упакую ваш одуванчик, наклеив на него два новых кусочка двухстороннего скотча, и отправлю одуванчик вам. Спасибо за внимание.